Всем привет! Вы на канале Game Julia. Сегодня я хочу сделать необычный бумажный зонтик. У меня под рукой оказались вот такие листы цветного картона. Беру один листок, линейку и циркуль. Радиусом 3,5 см рисую кружки. Кстати, для быстрого рисования можно воспользоваться подходящим стаканом. Вырезаю их. Получилось вот так. Беру один кружок и складываю его ровно пополам. Хорошо прижимаю по складке. Раскрываю, поворачиваю на 90 градусов и совмещаю две складки, чтобы цветочки оказались внутри. Собираю вот так. По центру скрепляю фигурку степлером. Можно и склеить, но так быстрее. Одна деталь почти готова. Наношу клей на центральную складку и вот сюда, на половинку сектора. Закрываю, прижимаю, придется немножко подержать. Я сделала 6 таких штучек. Беру две части, совмещаю их. Снова наношу клей. Складываю. Прижму и немножко подержу, чтобы приклеилось. Чтобы не держать пальцами, можно скрепить обе части маленькой прищепкой. Три детали зонтика готовы. Беру одну и слегка сжимаю ее. Точно так же делаю и со второй частью. И опять соединяю их клеем ПВА. Остается присоединить последнюю часть. Но сначала сделаю ручку зонтику. Возьму мягкую проволоку. Обвожу ее вокруг толстого фломастера, чтобы получилась ручка зонтика. Смотрите, как у меня вышло. А теперь нужно закрепить ручку зонтика по центру купола. Вот так. Лишнее обрежу. Снова клей ПВА. Желательно использовать густой клей. И вклеиваю последнюю часть. Получился маленький бумажный зонтик с цветочками. Необычное украшение для вашего стола или аксессуар для любимой куклы. Посмотрите, как весело его можно раскрутить пальцами. А еще я нарезала 6 разных по цвету кружков, чтобы сделать радужный зонтик Оли Лукойя. Вот какой цветной и яркий он получился. Замечательная поделка и классный маленький подарок. Веселые бумажные зонтики подарят вам отличное настроение. Вы легко сможете сделать зонтик вашего любимого цвета. Понравился такой милый зонтик? Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч на канале Game Julia.